грязно. 3 дня этот дождь льет, как из ведра. А радио сказали, что он скоро кончится. Закончился! Все! Ура! Фото неудачное. А мне кажется, он зовет на помощь. Смотри, он мокрый и с какими-то бревнами в обнимку. Точно, может, он в ловушке. Тогда надо его спасать. Кажется, на фото лесное озеро. Что, если он утонет? Бежим туда, скорее. Привет! Куда торопитесь? Спасать Зера! Бежим, по дороге расскажем! Зер, что случилось? Я тут фотографировал ливень, а вода все затопила. Ну и вот, я страшно рад, что вы пришли. Спасите меня! У меня есть план. Нужно воду отвезти в пруд. Прокопаем канал. Вода уйдет, и мы тебя освободим. Нужно позвать всех. Мы с Катей сбегаем за остальными, а Тор и Трак побудут с тобой. А зачем ждать остальных? Мы сами выкопаем. Правильно, вот они удивятся. Там вода! Мы только канал, а она хлынула! Мы хотели как лучше, а вода как полилась! Надо было не в верхний пруд канал копать, а в нижний! Принцип сообщающихся сосудов. Вода из верхнего перетекает в нижний. Петя, некогда объяснять! Надо спасать Зера! План такой. Буль и Тор, перекрывайте канал. Срочно! Пока у Зера голова еще над водой. Из последних сил над водой. Турбозавры, вперед! А мне что делать? Анки подаст тебе эти бревна, а ты укрепляй ими плотину. Кажется, успели. Ура! Зер спасен! Не уверен. Я просто хотела тебя подбодрить. Спасибо, я очень бодр. Теперь надо прокопать отводной канал к нижнему пруду, чтобы ушла вода. За работу! Погоди! План такой. Сначала ставим перегородку из бревен. А потом вот тут начинаем рыть новый канал к нижнему пруду. Главное, чтобы он шел под уклон. Ясно? Ну тогда турбозавры вперед! Можно я уберу? Пожалуйста. Ура! Вода! Утекай! Утекай по принципу сообщающихся сосудов. А?
Свобода! У меня есть идея. Я хочу сделать групповое фото моих спасителей. О, нет, только не дождь опять. До, Буль, Зер, Анки, Тор и Трак — твои друзья турбозавры. Чем бы вы хотели заняться вместе с ними? Поиграть, порисовать, сделать поделку, посмотреть фильм или устроить приключение? Заходи на сайт турбозавров и находи там идеи для развлечений и обучения. Скачивай раскраски и шаблоны поделок. Играй и устраивай конкурсы и праздники с друзьями. Находи игрушки и настольные игры с любимыми героями. Украли! Похитили! Скорее! Спасать! Анки, я ничего не понял. Кого надо спасать? Кого украли? Тора. Его увезли в город. Дело было так. Не люблю я это место. Шоссе совсем рядом. Вдруг нас увидят люди. Смотри. Привет. Меня зовут Тор. А ты кто? Как ты сюда попал? Да он не настоящий. Это просто раскрашенная фигура. Где? Нету. О, вот он. Все бы обошлось, если бы Тор успел превратиться в машину. Но люди застали его врасплох, и он просто застыл на месте. Я что-то не понимаю. А при чем тут похищение? А при том, Дор, что его приняли за того, другого, ненастоящего динозавра. В городе открывают парк развлечений. Туда везли разные фигуры. Одна выпала из грузовика, и теперь Тор вместо нее. Ясно. Его надо выручать. Поехали за ним в парк. Турбозавры, вперед! Мы пойдем на разведку, а вы ждите нас возле парка. Что-то их долго нет. Не очень-то он похож на настоящего динозавра. Совсем не похож. Вон он! Вы тоже пришли на открытие. Да тут смотреть особо нечего. Обещали динозавров, а они совсем не страшные. Что этот? Что эти? Люди в костюмах динозавров. Пошли отсюда. Спасите, у меня уже все тело затекло, и я пропустил обед. Ты можешь двигаться? Не могу, меня прикрепили цементом. Нет ничего невозможного, у меня есть план. Парк там, а мы здесь. Анки, ты сможешь поднять Трака и перенести его по воздуху, чтобы он снял Тора с постамента? Конечно. Тогда решено. Когда стемнеет, мы освободим Тора и оставим вместо него фигуру динозавра. Ее еще нужно найти и привести. Я ведь знаю, где она стоит, и могу вас туда отвезти. Угу. Анки, ты что, забыл, где ваш динозавр? Я не забыл, я просто не запомнил. Тихо, сюда кто-то идет. Я всегда подозревал, что с этим лесом что-то не так. А вот теперь я точно знаю, здесь живут динозавры. Но это не динозавр, это просто фигура, Степан Петрович. Значит, фигура? А я-то думал...
Буль, ты разравниваешь площадку для Анки. Когда она будет готова, Анки переносит в парк Трака. Трак, ты освобождаешь Тора. Потом Анки переносит в парк двойника. Ты ставишь его на постамент, и Анки по одному переносит вас с Тором обратно. Ага. Турбозавры, вперед! Понравился этот парк. Думаю, я еще наведаюсь сюда. Только без меня. Хватит того, что я был тут экспонатом. Спасибо, друзья, вы спасли меня. До, Буль, Зер, Анки, Тор и Трак — твои друзья турбозавры. Теперь они на веселых стикерах в Вайбер. Подписывайся на наш канал и посылай друзьям яркие эмоции. Ссылка в описании. Так, значит, Боря и Федя опять вас дразнят. Да, тетя Нора купила им робота, и они без конца им хвастаются. Вот это да! 21 век. Да, он реально крутой. Был бы у вас такой же, вместе бы поиграли. Но, боюсь, вы с современными технологиями не справитесь. Ну, это как-то некрасиво, не по-товарищески. Да уж. У меня есть идея. Трак, можно тебя попросить? Ну, ты понял меня, да? Да. Турбозавры, вперед! Ты просто талант! Ай-яй! Боюсь! Да не бойтесь! Он не опасный! Я робот! Меня зовут Трак! Вау! Он говорящий! Естественно! Это последняя модель, самая навороченная. Нам его бабушка подарила за хорошее поведение. Он много чего умеет. Вот, посмотрите! Он и танцевать умеет. Ничего себе! Умеет делать заряд. Может, все поднять? Хочешь? Тебя поднимем! Нет! Да не бойся ты! Все под контролем! Подожди-ка, ты не управляешь роботом? Это пульт от вашей машинки! Он что, двигается сам по себе? Что за шум? Что случилось? А, тетя, на помощь! За нами гонится робот! Робот за вами не гонится, стоит смирно. Нет,
этот робот совсем другой. Огромный такой, страшный, с зубами. Я знала, что эти игрушки до добра не доведут. А вы все купи, купи. Но, тетя, он гнался за нами, честное слово. Ну, мальчишки, фантазеры. Но это же правда. Ну, ладно, спрошу Катю и Петю. Вы видели страшного робота? Нет, тетя Нора, страшного не видели. Да, Петь? Нет, не видели. Видите? Нет никаких роботов. Можно выходить. Я робот. Меня зовут Трак. А теперь нам нужно все вернуть на свои места, чтобы никто не провалился. Буль засыпает яму, Тор и Трак утрамбовывают землю. Хочешь поиграть с нами в умные игры? Перетаскивай картинки, собирай пазлы, тренируй память, рисуй и раскрашивай. И собирай награды прямо на планшете или телефоне. Ай, Ипполит! И не надоело тебе? Конечно, не надоело. Он весь в бабушку. В каком смысле? Знаешь, я всегда мечтала участвовать в гонках. Ну надо же! И какое место ты заняла? Ничего у меня не вышло. Мотор заглох сразу после старта. Ха-ха. А теперь, конечно, уже слишком поздно этим заниматься. На следующей неделе в городе будут гонки. Я знаю. Давай сделаем бабушке сюрприз. Участие в гонках. А машина? Уговорим до. Но как мы объясним, почему она движется сама? Задача сложная, но нет ничего невозможного. Настоящие гонки? И я буду состязаться с другими машинами? По-настоящему? Я еще не готова. Я буду мчаться и сверкать. Да, а бабушка будет сидеть за рулем. Но тогда вам придется сказать ей, кто мы на самом деле. Друзья, обещаю, никто ничего не узнает. Ну да, бабушка просто сядет в машину и та поедет сама. И бабушка совершенно не удивится. Именно так. Ладно, посмотрим, как это у тебя получится. Я не знаю. Что в ней такого? Добрый день. Ваша машина готова к эксплуатации. Дорожное покрытие стандартное. Метеоусловия благоприятные, но есть небольшая возможность осадков. Она говорит! И слышит твои приказания. Да ты сама посмотри. Ха-ха-ха!
теперь До ничто не помешает выиграть. Какой сильный ливень! Я надеюсь, трасса для гонок не пострадает. Утром проверим. Неужели бабушка останется без гонок? Конечно, нет! Турбозавры нам помогут! О чем речь? Конечно, мы все исправим! Турбозавры, вперед! Анки, ты цепляешь трибуны и ставишь их на место. Трак, ты занимаешься ограждением из покрышек. Я восстанавливаю трассу. Тор, ты ее разравниваешь. До, ты проверяешь качество покрытия. Зер? Я здесь! Ты восстанавливаешь разметку и линию финиша. Одна несбывшаяся мечта. Какая же? Полететь в космос. А что? Вдруг появится такая же чудо-ракета на автопилоте? Ну, может быть, когда-нибудь. Лакомство с любимыми героями уже в продаже. Свитбокс – целый мир в одной коробочке. Не откроешь – не узнаешь. Шоки-токи – турбозавры в молочном шоколаде. Удивлять приятно. Кидсбокс – шоколадный десерт и игрушка. Удивлять полезно. Ищите нас в магазинах страны и на маркетплейсах. Ссылка в описании. Ничего себе! А я думал, это землетрясение. Петя, не землетрясение, а соревнование. Прыжки в длину. Скорее, в глубину. А вы не могли бы прыгать подальше отсюда? Например, в лесу? Лучше не надо, Кать. Там овраг. Овраг? Где овраг? А он широкий? Ага, и глубокий. Может быть, опасно. Вы куда? Мы только посмотреть. Не беспокойтесь, мы тихо. Наконец-то что-то серьезное. Сдавайся, Анки. Вот еще. Готовы? 3, 2, 1. Ты не ушибся? Может, ну их эти прыжки? Это разве прыжки? Вот сейчас будут прыжки. А? Что это? Новая дорога? Нет, это новый мировой рекорд. А вдруг рабочие придут? Раз их до сих пор нет, значит, у них выходной. Да, расстояние серьезное.
далеко прыгать. Ага, и высоко падать. Ха, испугался. Да, за тебя. Это ты у нас тормозить не умеешь. Это я не умею. Ах так, вызов принят. 3, 2, 1. Подожди, я передумал. Я же говорил, испугался. Я верю, что ты сможешь, Анки, но лучше не надо. Ну что, кто чемпион? Как слезать будешь, чемпион? Здесь тесно, не разогнаться. Зато ты выиграл. Кажется, я проиграл. Спасите меня, пожалуйста! Слишком высоко. Держи. Нет, так не пойдет. Мой план зашел в тупик. Зато я нашел еще один план. План стройки. Как это нам поможет? Нет ничего невозможного. Если недостроенную дорогу нельзя перепрыгнуть, ее надо... перелететь? Достроить. Как же мы сразу не додумались? Турбозавры, вперед! Правильно. Не волнуйся, Анки, мы все сделали по плану. 3, 2, 1. Встречайте чемпиона! Ура! Ура! Ух ты! Новая дорога такая ровная! Давай на перегонки! Может, лучше в шахматы? Ну что, прыгаем? Легко! Только сначала давайте мост достроим. Жми кнопку подписаться, и мы будем видеться чаще. Сколько же у нас гусениц развелось? Безобразие! Ваши гусеницы у меня всю малину сожрали! А почему же вы решили, что это мои гусеницы? А потому что вы сами сказали, что у вас развелось! Ну вот что, ребятки, бегите-ка вы в магазин за средством от гусениц. А я часок-другой отдохну. Вы представляете,
гусеницы вот такущие. А сосед как выпрыгнет и кричит: «Безобразие! Безобразие!» Значит, говоришь, в саду гусеницы завелись, а у соседа безобразие. Вы представляете, гусеницы! Вот такущие! Нам Зер уже все рассказал. Садитесь, прокатимся в магазин за средством от гусениц. Ну и я за компанию тоже. Ура! Мы едем за средством! У меня одна идейка есть. Что? Уже приехали? А где магазин? Как вы думаете, может мне поменять цвет? Сейчас красный в моде. Мы что, теперь специально у каждой лужи останавливаться будем? Нет, я думаю, мне синий цвет больше подойдет. А мне мама говорила, что из нашего мира сюда ничего приносить нельзя. Это очень опасно. И ничего опасного тут нет. В нашем мире это растение — лучшее средство для борьбы с гусеницами. Полить надо. Странный сон. Вы представляете, там вот такущее. Что, опять гусеницы? Там средство. Калитку съела. Какое еще средство? Мне особенно удался. Посмотрите, какой ракурс. Это растение хищник. Для мира людей оно очень опасно. Его надо выкопать и отнести обратно в наш мир. Турбозавры, вперед! Трак, будешь держать его за ветки. Анки, зацепишь его крюком и пригнешь к земле. Тор, выкопаешь корни. Нет ничего невозможного. Ребенок в опасности! Зар, неси растение обратно в наш мир. А мы, пока бабушка не проснулась, забор починим. Хочешь видеть новые серии первым? Нажми на подписаться. Сенсация! В лесу, недалеко от города, туристами было замечено огромное животное, похожее на динозавра.
Глупости, придумают же. Но на всякий случай ваш папа вместе с другими мужчинами пойдет в лес и поищет это неведомое животное. Надо предупредить турбозавров. Спасибо, бабушка. Бабушка, спасибо. А ты сегодня побудь со мной. И вон опять кашу не доел. Их здесь нет. Неужели нашли? Не могли так быстро. Вот вы где! Мы вас ищем! Вам надо спасаться! А что случилось? Вас видели люди! Они напуганы! Они придут вас искать! Может, пока в соседний лес уйдете? Куда же мы уйдем? Здесь наш дом! И уже много тысяч лет. Да. Катя, а давай скажем взрослым, что динозавры не опасны? Да кто же нам поверит? Нас просто больше не пустят в лес! Нельзя людям про нас знать! Мы долго прятались! И будем продолжать скрываться! Я понял! Мы напугаем взрослых только понарошку. Надо построить игрушечного динозавра. Ты думаешь, взрослые испугаются игрушки? Все решат, что тот дядька принял его за настоящего. А что, Петя, пожалуй, здорово придумал. Вы действительно думаете, что это существо может кого-то напугать? Что тебе не нравится, Трак? Больше похоже на невинную зверушку. Если сделать его резиновым, можно купаться с ним в ванне. Ты хочешь предложить что-то другое? Делать надо тиранозавра. Почему? Почему это? Вот еще! Да ладно вам, пусть будет тиранозавр. Какая красота! А? Вот теперь будет страшно. Из чего же вы меня сотворите? Конечно, из бурелома. Мы же в лесу. Посмотрите вокруг, и лес станет чище. Правильно, Катя. Ты гений! Из бурелома. Я буду полезнее в качестве модели. Вылети я. А ну не порт! Нашли страшного зверя. На лесной поляне стоял. Кто-то сделал из дерева скульптуру, а туристы приняли ее за динозавра. Папа с друзьями привезли скульптуру в город и установили на площади. У нас все получилось.
надо Траку показать. Ему понравится. Нажми на подписаться и смотри новые серии Турбозавров. Какой замечательный день! Ну что, займемся утренней зарядкой? Что-то мне не хочется зарядку делать. Пойду лучше позагораю. Летает Зер. Вот бы мне так научиться. Круто! Видимо, я заснул, и мне это снится. Круто! Когда проснусь, обязательно попрошу Зера научить меня летать. Зер! Зер! Подожди! Анки, ты что, заснул? Ой, Зер, я сейчас так во сне летал. Ты бы не мог меня научить. Летать? Да без проблем. Сейчас научу. Перед тем, как приступить к полетам, надо пройти технику безопасности. А летать когда будем учиться? Да погоди ты. Сначала техника безопасности. Ну так вот. Ну вот и все. Вопросы есть? Анки, ты что, спишь? Кто спит? Очень внимательно слушаю. Ну, тогда можно переходить к полетам. Взлетай, но только невысоко. Так я же не умею летать. Ты меня со своей техникой безопасности совсем запутал. Я даже забыл, что ты не можешь летать. Ну, ничего, мы что-нибудь придумаем. Ну вот, я же говорил, что мы что-нибудь придумаем. А ты уверен, что это безопасно? Конечно! Это же дубовая кора! Она крепче железа! В расчетах закралась небольшая ошибка. Наберешь скорость побольше и взлетай! Привет, ребята! А где же Зер и Анки? Еще немного, и ты в воздухе! Взлетной полосы немного не хватило. В следующий раз получится. А что вообще происходит? Я сейчас все объясню. Анки попросил меня научить его летать. Ну и... Зер, тачка с Анки не может просто так взлететь. Ему нужен трамплин. Трамплин? Это площадка, откуда стартует Анки. Это полозья для тачки. Это крепление для трамплина. А это площадка, куда Анки приземлится. А я правда полечу? Конечно! Задача сложная, но нет ничего невозможного. Турбозавры вперед! Значит так. Пульстором готовит площадку для трамплина. Трак и Анки собирают материалы. Зер и До делают разметку для приземления. Это будет грандиозно! Удачи, Анки! Смотри, не потеряй дельтаплан. Мы его из бабушкиной любимой скатерти сделали. Надо вернуть. На старт!
Внимание! Вперед! Летать я тебя научил. Это было круто. А не мог бы ты научить меня поднимать тяжести? Запросто. Только сначала тебе придется пройти технику безопасности. Поставь лайк этому видео, и мы будем появляться чаще. Вот молодцы. Что рисуете? Я театр. А я балет. Бабушка, ты балет давно видела? Я-то недавно. А вот Степан Петрович и в театре, и на балете не был очень давно. Почему? Петя, давай развлечем Степана Петровича. Давай, покажем ему танцы, которые мы для школы готовили. Но нам нужна сцена. Не в школе же мы ему танцевать будем. Кать, я знаю, кто нам поможет сцену построить. Я тоже знаю. А я вот не знаю, что такое театр. А я не знаю, что такое балет. А я не знаю ни про то, ни про это. Это же как кино, только с живыми актерами и сценой вместо экрана. Давайте вместе строить летний театр. А я только что присмотрел место для стройки, как раз рядом с домом Степана Петровича. Только там бревна какие-то лежат и вагончик строительный, брошенный брезентом накрытый. Все это можно использовать, Зер. Ура! Турбозавры, вперед! Сначала надо расчистить место для сцены. Хорошо, делаем. Не забудь расчистить место и для зрительного зала. Сюда. Анки, а ты что стоишь без дела? Бери вон те бревна и строй из них сцену, как у меня на рисунке. Ровнее, ровнее укладывай. Зер, да ты настоящий суфлер. А вот обзываться не обязательно. Зер, не обижайся. Суфлер – это такой человек в театре, который подсказывает актерам слова из специальной будки перед сценой. Да! Я прирожденный суфлер! Я ведь очень люблю подсказывать. А где моя специальная будка? Вот. Ух ты, театр. Да, ты знаешь, что такое театр? Стыдно не знать, что такое театр. Я уже давно мечтаю стать Примадонной. А кто это Примадонна? Это самая главная артистка. Вот, а я тебе буду слова подсказывать. Я Примадонна среди суфлеров. Вы забыли, что представление для Степана Петровича и бабушки. А они динозавров видеть не должны. Поэтому вам лучше сейчас спрятаться. Но мы не хотим прятаться. Нам тоже хочется посмотреть. А я знаю, что делать. Петя, Катя, накрывайте нас брезентом. Пусть Степан Петрович и бабушка думают, что театр передвижной. На колесах. Теперь вы все увидите. Лично мне ничего не видно. Ага. Так, так. Все, сидите тихо. Мы за зрителями пошли. Тор, давай поменяемся.
У тебя дырки для глаз больше. Фу, кажется, они ничего не заподозрили. Брависсимо! Какие вы молодцы! Вот уж порадовали! Побегу-ка я домой и испеку всем нам блинов по такому случаю! Я помогу! Вот это было круто! Я даже не знал, что вы так умеете! Я бы так не смог! Я хоть и примадонна, но мне до вас далеко! Я так не играю! Совершенно нечего было подсказывать. Никакой работы для суфлера. Жми кнопку подписаться, и мы будем видеться чаще. Ты знаешь, что в городе собираются устроить соревнования дронов? Ага, надо будет сказать Зеру. Я все слышал. Что за соревнования? Будут измерять дальность полета, точность переноски груза и всякое такое. Обожаю переносить грузы. Берешь его, летишь. Стараешься не повредить. Зер! И в дальности полета мне нет равных. Тоже готовитесь к соревнованиям? Конечно, готовимся. А наш дрон лучше вашего. Ваш даже свой груз сохранить не смог. Ничего, мы будем тренироваться. Ладно, на соревнованиях увидим, кто кого. Так. Карта местности. Скорость ветра. Прогноз погоды. Между прочим, по прогнозу может быть гроза. Я чувствую недоверие к своему таланту. Да я выиграю быстрее, чем гроза начнется. А мы сможем наблюдать за соревнованиями? Конечно, там рядом отличная парковка. Ура, турбозавры вперед! Тоже сегодня участвуете? Здравствуйте, дети. Да, вот, решил немного развлечься. Дорогие зрители, пришло время для главного соревнования этого дня. Уже началось? Нет еще, прячься. Мы тебе скажем, когда будет пора. Гроза, скорее в укрытие! Зер не вернулся и не выходит на связь. Мы должны его найти. Надо осмотреть все окрестности. Турбозавры, вперед! Спасать Зера! Задача сложная, но нет ничего невозможного. Я придумал. Мы построим горку с пандусом. Анки заберется на нее и снимет Зера. Мы с Тором делаем горку. Трак, ты укрепишь пандус плитами. Турбозавры, вперед! We'll be right back.
работать! Это же не Зер! Это дрон Феди и Бори! Зер вышел на связь! Зер, где ты? Пытался! Сложно! Нет связи! Скидываю геолокацию! Сигнал очень слабый, но теперь мы точно знаем, где он. Вперед! А вы уверены, что координаты правильные? Его нигде не видно. Его не видно, но он должен быть здесь. Может быть, он провалился в люк и застрял в трубе? Проверить это можно только одним способом. Мы с Тором раскапываем трубы. Анки их вытаскивает. Трак проверяет. Турбозавры, вперед! Если бы вы знали, что со мной было. Меня замотало в эти штуки и унесло ветром. Я чуть не погиб. Даже не знаю, что теперь вернет мне веру в себя? Они решили переиграть соревнования дронов. Но я думаю, Зеру не стоит рисковать второй раз. Как это? Да я самый смелый птеродактиль на свете! Вера в себя вернулась. Мороженое творит чудеса.